Ну что ж, всем хаюшки, с вами Тамплиер, и это очередная серия летсплеев, даже так это особо и не назовешь, летсплеев по Клэшу. Ну, сегодня серия такая, с одним реплеем, действительно, Рак Атаки. Да, конечно, название стырено у более известного ютубера, я это отрицать не стану, но... О, спасибо новатору за дракона третьего. Такс, и момент в чем. У меня зафармили 19 хогов, 24 лука и 4 варвара. Но что могло пойти не так, чтобы меня выбили на 2%? Смотрим. Сыграло два фактора просто. Первый, он пытается выманить клан Касл, но не получается. Ладно, с другой стороны, тоже не получается. Быстро убивает его пушка. Но потом клан Касл очень легко выманивается хогом. Ну, как очень легко? С третьей попытки, конечно. Дракон летит, 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 летит к варвару. Спокойно сжигает этих варваров. Ну, потом начинают нажигать луков. Ну, в конце концов, и драга сливается тоже. Но следующий момент поверх в шок просто! 17 хогов на одной гиг-бомбе с лету. 17 или 16. Это достойно реплея. Просто. Вот. Идет выман дракона. Выманил чувак дракона. Все хорошо. Убил даже дракона. И тут... 17 хогов, да, ровно 17. Вот здесь высаживаются все на одну гигантскую бомбу. Как так можно было ракануть? Я не знаю, честно, это просто эпик фейл. Да, вот такие вот бывают атаки, и меня, честно говоря, она очень-очень повеселила. Ну что ж, в принципе, на этом все. Всем удачи, с вами был Тамплиер. До скорых серий.